девочки. Чем выше, тем красивее. Давно ли? Это только начало. Чем выше, тем красивее. Москвич? Чем выше, тем красивее там времени больше. Итак, вина у нас, когда мы ходили с любого Божьего разлучились, и приходим с вами к священным винам. Вот есть вот у нас закупленные винные кувшинчики. Кому интересно, можете подойти, посмотреть. Вот эти вина мы называем священными, потому что мы их открываем. По особому дням указывают. На рождение сына, или дочери, или на свадьбу. Вот это вино у нас называется Кинзмараули. Слышали Кинзмараули? Любимое вино Сталин. Трехгодичное. 12 градусов. Полусладкое. Кинзмараули, пожалуйста. За Сталина, за Родину. А Иван побольше, да? Выпьем за Сталина, выпьем за Родину. Ладно, все вместе. Иди, держи. Так, все то же самое. Что? Я так понимаю, просто там порода одна и та же, снизу глина, которая определенная. Только здесь вода такая, ну, горная. Там она красится, а тут она... Там у нас соленая. Ну, родниковая. И так же втекает, вытекает все через озеро. Нет, а там вытекает все через озеро. А здесь еще втекает внизу. Дождик был. Субтитры
давай, давай, посмотрим. Никто не садится. Да мы так мало не ходили. По 10 минут вообще. Ты прокатился на лошади. А, надо отдать? Да, лошади. Может, поехали? Смотри, как наверху. Тоже как в чашке. Надо туалет дойти.